Привет всем, друзья! Меня зовут Наргиз Михас, и сегодня я приготовлю для вас китайское блюдо. Это одно из самых популярных китайских блюд, которые вы, возможно, знаете. Оно называется гумбао чидинг, ну или гумбао чикен обычно называют, то есть курица с орехами. Вот, и сегодня главные ингредиенты у нас это куриная грудка, морковка. В принципе, мы будем готовить только как бы одну тарелку, потому что китайцы обычно готовят несколько блюд сразу, и это будет как бы только одна порция. Вот, и нужно всего лишь половинка морковки и такой вот большой огурец, имбирь. Кстати, имбирь китайцы очень часто используют приготовлении китайских блюд, то есть везде используют имбирь. Также самым важным ингредиентом в этом блюде являются орехи. То есть они еще сырые, и их нужно еще пожарить. Также у нас просто идут специи и дополнительные ингредиенты. Секрет этого блюда, то что здесь есть и соль, и сахар. Вот это у нас только сахар. Различные специи. Ну, в принципе, различные, какие у вас есть специи, можно их все смешать. Очень важный компонент этого блюда – это уксус. И, конечно же, соевый соус. Это чисто китайское, что-то вроде алкогольный такой вот, алкогольная добавка. Давайте приступим к основной готовке. Так, я уже вот нарезала морковь и огурец. Так, сейчас остался имбирь. Так, теперь мы добавим чуть-чуть соли. Так, и добавим чуть-чуть нашего измельченного имбиря. Нужно добавить наш алкогольный напиток. Я не знаю, как это сказать, алкогольную добавку. Так, совсем чуть-чуть. Да. И теперь еще добавим сахара. Одну чайную ложку. Ой, сахар прилип. Чуть-чуть размешаем и еще добавим наши специи. И теперь добавим соевого соуса. Тоже тут надо аккуратно, чтобы не плюхнуть слишком много. Так, еще чуть-чуть. А соевый соус у нас сам по себе очень соленый, поэтому вначале не нужно добавлять слишком много соли. Потому что соевый соус тоже придает соленый вкус. Так, и последнее мы добавляем вот такой вот, можно снять покрупнее, вот такой вот уксус. Как бы уксус, он, в моем понимании, уксус он прозрачный, но этот уксус, он похож на соевый соус. Совсем чуть-чуть, намного меньше, чем соевого соуса. Кажется, я добавила чуть больше, чем нужно. Еще одна пачка со специями. У меня тут тоже всякие разные специи. Все, и все хорошо размешиваем. Уже очень ароматный запах. Что нам нужно было сделать, это замариновать нашу курицу с разными специями и добавками. И теперь мы это поставим впитываться на 10 минут. И пока пойдем жарить наши орехи. Сейчас мы подогрели уже нашу сковороду, такой вот вок, и теперь мы без масла просто добавляем наши орехи. Вот, они сейчас у нас нагреются и поджарятся. Так, мы добавляем подсолнечного масла. Все, ждем, пока масло разогреется. Так, нужно немножко нам сейчас еще добавить одного секретного соуса. Вот такой вот секретный соус. Опять же, скорее всего, продается только в Китае. Вот. Все. И снова добавляем вот такого вот темного соевого соуса.
тоже совсем чуть-чуть. Курица стала такой темной. Теперь курица у нас уже обжарилась, и мы добавляем вместе морковь, огурцы. В общем, все вместе даем этому всему обжариться вместе. Так, и теперь добавляем наши заранее обжаренные орехи. И все просто перемешиваем и снова обжариваем. При этом все мы готовим на огне таком среднем. Ну вот, мы и приготовили нашу курицу, гумбао-курицу. Супер легкое и быстрое блюдо. Попробуйте приготовить его у себя. Обязательно подписывайтесь на канал Kitchen727, а также на мой канал на YouTube, Наргиз Михас, и на мой Instagram, Наргиз Экспат. Всем хорошего дня, пока!